Так, в общем, всем привет. Сейчас расскажу, как установить лаунчер Arizona RP на Arch Linux. В общем, для начала надо скачать лаунчер, он у меня уже скачан. Дальше мы просто заходим в терминал, устанавливаем Wine. Если у вас другой дистрибутив, там, не знаю, Debian или какой-нибудь Linux Mint, то пользуйтесь своим установщиком пакетов. Вот. Если у вас Arch или Arch зависимый, ну, дистрибутив основанный на Arch, то есть Manjaro какой-нибудь, например, или Garuda Linux, вы можете использовать вот эту команду pacman-s wine. Вот, значит, вводим пароль от учетки и ждем, пока скачается wine. Можно как и wine написать вот эту. Можно просто Enter нажать, оно все равно засчитает это как-то за согласие. Вот здесь качаются все пакеты. Готово, установилось. Теперь мы что заходим? Мы заходим в папку, где у вас скачался вот этот установщик. И просто теперь запускаем Vine на него. То есть вот так вот у нас конфигурируется Vine. Первый раз, как мы только его запускаем. Он там все зависимости качает, все, что ему нужно. Вот. И сейчас надо просто подождать. Так. Почти скачалось. Почти установилось. Вот в консоли можно посмотреть процесс, как там все идет. Так, вот началась движуха какая-то. Вот, и вот здесь вот я обычно выбираю установить только для себя. На всякий случай. Язык можно любой выбрать. Я оставляю английский. Здесь выбираем просто по умолчанию. Короче, все везде по умолчанию тупо нажимаем. Это устанавливается уже, значит, сам лаунчер вместе с игрой. В общем, тут, короче, просто Arizona устанавливается. Вот. В Wine, можно так сказать. Так, DirectX тоже устанавливаем. Готово. Ну, ждем, пока готовый будет. Так, все готово. У нас все остановилось, но мы не запускаем пока что лаунчер Arizona Games. Мы просто нажимаем Finish. Теперь, чтобы убрать баг с вопросиками, то есть там сейчас, если зайти в игру, то когда, ну, при написании русского текста, там будут не русские буквы, а будут, короче, вопросики вот так появляться. Вот. И чтобы это исправить, надо, поменять. Установить локаль для вашего компьютера, то есть установить язык. Чтобы, скорее всего, он у вас не установлен, и чтобы это сделать, надо поменять, отредактировать вот этот файлик, который находится в Etsy, и дальше localgen. Вот, сюда заходим, здесь листаем в конец, ну или где-то, ну короче, вот здесь где-то ищем вот эту вот строчку. Потом ищем вот эту вот строчку, раскаменчиваем ее. Ну, я просто в конец вынес. Так тоже удобно. Ну, мне так удобней. И добавляем потом еще вот эту вот строчку. Обязательно CP1251, потому что с UTF-8 SAMP не работает. А вот с CP1251 он работает. Вот, короче, вот так вот делаем. Дальше выполняем вот такую вот команду. localgen. Ну, ее надо с правами админа выполнять. Вот. Он у нас добавляет все локали, которые у нас здесь есть. Теперь мы, если напишем local-a, то тогда мы можем увидеть вот здесь три локали нашей. Обязательно должна быть CP1251. Вот. Все, с этим разобрались. Теперь что? Теперь надо посмотреть locale. Здесь может быть что угодно. Главное, чтобы вот здесь вот был
Ну, здесь вот эти вот три локали были. Все, теперь, если у вас есть какой-то App Launcher, мы можем запустить через него. Если у вас нет такой штуки, вот как у меня Альберта вот этого, можно тогда зайти в Home. Скорее всего, у вас Wine создался вот здесь, вот в папке вашей, которую можно вот так вот перейти. Вот, заходим в Wine. Смотрим, что здесь есть. Заходим в диск C. Дальше Games. Дальше вот здесь вот будет Arizona Games. И вот здесь вот у нас будет лаунчер. Вот его можно уже запускать. Мы просто пишем Wine Arizona Launcher X. И вот оно сейчас все запускается. Первый раз там должна игра скачаться сначала. Ну да, вот обновить надо. Вот, ждем, пока все обновится. Пока все скачается. Так, и вот здесь выбираем любой проект, на котором мы хотим играть. Я хочу играть в SAMP. Я хочу играть здесь вот. Все. И дальше проверяем игру. Ну, игра у меня не скачана, поэтому надо подождать, пока загрузится. Так, пишет, что игра готова. Значит, мы заходим на сервер. Вообще пофигу какой. Вот у нас что-то запускается. Здесь надо выбрать разрешение, если у вас много мониторов. Вот. Ну и все. И, короче, вот здесь вот русские символы есть. В чате английские символы есть. И... Ага. Интересно. Так, в общем, я разобрался, в чем дело было. В итоге надо задать... Ну, сменить локаль все-таки надо было. Значит, делается это так. Мы задаем переменное окружение с помощью команды export. Название переменного окружения такое, значит, lc all. И значение у него должно быть ru маленькими буквами, потом ru большими буквами, потом дальше капсом продолжаем cp1251. Готово. Теперь дальше еще надо указать значение переменной leng, вот такое же. И чтобы проверить, что все сработало, надо написать команду locale. Вот так вот. И удостовериться, что здесь написано везде CP1251. Чтобы вернуть все как было, обратно на английское. Здесь, короче, просто пишите NUS.UTF-TF8. Вот, это чтобы обратно вернуть. Но сейчас не надо. И с LC All то же самое. Вот, короче, теперь запускаем Launcher Arizona. Вот, ждем, пока запустится. Нажимаем проверить игру. Проверено, запускаем. Так, вот видим, что текст в чате работает. Английские буквы есть, русские буквы есть. Все работает. Всем спасибо за внимание. Если кому-то помогло, оставьте комментарий. Именно вот, чтобы прямо комментарий, чтобы я видел, чтобы не бесполезно все это было. Вот. В общем, всем спасибо. Всем пока.